Не читаете? А вы? Я имею право от книжки глаза оторвать. Я тоже. Вы куда смотрите? А вы? На вас. Я смотрю, как вы смотрите. Куда вы смотрели? Никуда. И вас это не касается. Простите, меня касается то, куда вы смотрите. Очень умно. Не очень вежливо разговаривать с одной, а смотреть на другую. Что это еще такое? Вы меня будете учить вежливости? Во-первых, я с вами не разговариваю. Во-вторых, вы сказали, что мы не будем разговаривать. У меня такое впечатление, что вы от самого автобуса следите за той парой. Какой парой? Сами знаете. Не показывайте пальцы. Что на вас нашло? Оставьте их в покое. Вы за ними следите? Нет. А я уверена, что следите. Помолчите, они услышат. На таком-то расстоянии? Вдруг ветром донесет. Но если вы не следите, то это не важно. В любом случае, я не хочу, чтобы они подумали, будто я слежу за ними. Если они не знают, что за ними следят, они не поймут, что мы говорим о них. Оставьте вы их в покое. Прошу вас, пошли отсюда. Нет, останемся. Вы боитесь?